Какой-то мультик смотрел, там кролик бегал, друга. А я знаю. Ты какой-то последний из последних мультиков. Домашний животный. Это было очень смешно. Он злой кролик, там. Готовы? Не знаю, слышно ли у меня уральский говор, потому что я в Москве уже давно живу. Но если слышишь, то это, наверное, работает на роль. Вот. А так он человек непростой. Вот. И не хороший, не плохой, как все люди разные. Что меня очень радует, что мне пишут хоть что-то, что можно играть. Ура, я наконец-то дома! Ура, ура, ура! Тебе повезло, сегодня ужин мама готовила. Да мне повезло, мне заметящая... Добрый ход еще раз! Так. Замечащая... Граната родину защищал, иди! Замечащая... А я чего это? Замечающая щёка. Прекрасно. Говорим с 8 утра. Атмосфера замечательная, группа прекрасная, потому что уже не первый год работаем вместе, поэтому порой все работает как часы слаженно. 7:19:22. А вы видели хлопок, Макс? Хлопок. Блин, вообще классно было. Мне тоже понравилось. Порой бывают какие-то сбои. Потом будем решать, что делать. Хорошо. Везем его на КТ. Фаина Игоревна. Ну давай еще раз. Зачем так придумываешь? Я не знаю. Давайте, везите новую каталку. Чего смотрите? Я сам его повезу. Угу. А еще раз уроните. Я хотел сплюнуть. И постучать. Чего смотрите? Я сам его повезу. Гениально. Такая динамика. И вдруг прилег рядом. Мне надо что-то делать. Не знаю, чего. Да так, особенно когда снимают операционные операции, очень весело. Потому что собирается обычно много артистов, которые шутят всячески. Поэтому, в принципе, атмосфера приятная, рабочая. Но мы же все равно не соберем нужную сумму. Татьяна! Все выскальзывает. Простите. Что такое? Кололось. А, вот это тебя Бог покарал за твою глупость. Фу, скупость, извините. Хирург – это особые люди. Это профессия, наверное, для избранных. Поэтому хорошо, что снимают про таких людей сериал, потому что... Во-первых, интересно, а во-вторых, надо отдать дань уважения. Привет. А я не помню, у меня руки в карманах были или нет? Не помню. Close the doors. Close the door.